Решила я себе приготовить салатик из огурчиков, помидорки. Там у меня супчик еще, уха сегодня будет для Димочки. Варится красная рыбка. Вот салат у меня с брынзой. Купила мама какую-то брынзу новую. Очень вообще, кстати, люблю брынзу. Еще люблю оливки, маслины. Я помню, когда была еще ребенком, только-только появились... Ну, не знаю, у меня родители начали покупать эту брынзу. Так, сейчас. Вот, родители покупать начали эту, как ее, оливки, маслины. Помню, фу, помню, попробовала, гадость какая. Как это есть можно? Мне мама, попробуй еще раз. Вот, но мне очень долго нравились именно оливки, которые зелененькие. Вот их я прям обожала. Потом в какой-то момент я распробовала и маслины, они мне тоже очень понравились. Но оливки, они вот бывают со вкусами, мне со вкусом анчоуса, лимончика прям очень нравились. Вот, а в салатике так они вообще, только их начинаешь есть. Гуляли мы на улице сегодня, вы, наверное, вот видели предыдущие ролик, да. Это там все в одном ролике. На улице так красиво, бабочки такие летают. Правда, они что-то какие-то не яркие, какие-то тусклые. Вроде бабочки-то живут всего там несколько дней. Какие-то как будто старые бабочки. Вот. Дима на футболистов там смотрел, футболисты. Футбол играли мальчишки. Ему прям нравится смотреть. Параллельно вам там ролики сейчас на YouTube загружаю. Всякие обзоры. Прям у меня, пока я сидела на диете, у меня накопилось очень много продуктов. Вот этих всяких вкусняшек, сладостей. И из фикс прайса, и из обычных магазинов. И сейчас стараюсь побыстрее сделать обзор, потому что скоро наступит жара. И, ну, в принципе, тоже как бы не хочется, чтобы они лежали долго. Вот. Ну и для вас, конечно, тоже это будет интересно посмотреть. Прежде чем какую-то купить шоколадку, можно посмотреть обзор, какая она внутри. Много там начинки, немного. Стоит ее вообще брать или нет. Потому что для меня, допустим, эта тема актуальна. И иногда просто боишься купить какую-то шоколадку, потому что не знаешь, сколько там начинки, есть ли она вообще. Потому что бывает такое, то, что написано, что начинка есть, а ее в итоге не оказывается. Или нарисовано, ну, мы видели, в принципе, нарисовано, допустим, не знаю, печеньки, например, такие, а в итоге открываешь, а там все совершенно другое. Все очень страшное, некрасивое. В подарок, соответственно, уже не купишь. Невкусное бывает. Вау, такое доходило. Поэтому я бы с удовольствием смотрела бы, если кто-то снимал такие ролики. Поэтому я так и думаю, что, наверное, вам тоже это актуально. Тоже интересно посмотреть. Трамвай у нас там ездит. Уже живешь рядом с трамвайной линией, уже, честно говоря, не замечаешь даже, что там трамвай ездит. На улице сегодня ветрено. Завтра у нас обещают вообще очень сильный ветер. Что-то мама говорила, 20 или 24 метра в секунду там. Что вообще очень сильно будет. Ну, уже сегодня, кстати, было заметно, что довольно ветрено. И ветки висят на улице. Вот такой у меня салатик мама привезла с дачи вчера. Отрезаем.
Вот, для Димы у меня будет сегодня уха, как я говорила, с красной рыбки. Вот, в прошлый раз, кстати, я тоже варила уху. Говорю, Дима, вот у тебя сегодня на обед уха. А он пальцем показывает на ухо. Я говорю, нет уха, это, говорю, уже другое совсем. Говорю, у тебя уха. Немножко повяли они. Вчера еще были нормальные. Сегодня уже не такие. Петрушка так вообще пахнет, все супер. Все так пахнет дачей. У нас уже конец мая. Вот, ролик, наверное, выйдет тоже с опозданием. Потому что у меня очень много накопилось роликов. Я хотела вчера загрузить ролики. Но у меня что-то с интернетом. Еще днем начались проблемы с интернетом. Висло что-то прям так все. Вечером захожу. Вроде интернет есть, а загрузить не дает ролик. Я давай звонить туда, в Билайн. Что у вас там происходит? А время уже было 12 ночи почти. Они, видать, там не работают по ночам. Мне никто не перезванивает. Я опять звоню, мне не перезванивают. Там это говорят, типа, оставляйте заявку, мы вам перезвоним. Вот. С одной стороны, хорошо, ждать не надо, как бы сидеть, ну, на линии. Приходится только ждать, это, пока тебе позвонят. У меня бывало такое, что мне перезванивали через сутки только, когда мне уже не надо. Когда я уже забыла даже, я не жду никакого звонка. Это вот, кстати, неудобно. Гораздо, ну, все-таки, да, наверное, гораздо удобнее, когда ты висишь на линии, и тебе говорят, типа, с вами скоро свяжется оператор, вам осталось ждать там 5 минут. Висишь, 4 минуты, 3 минуты, 2. Вот, 1 минута, висишь, минуты 3 подходит, там опять 1 минута. Да что такое, у кого время неправильное? Смотрим, что здесь за брынза. Какая-то сербская брынза, мягкая. А мягкий сыр, 45% жирности в сухом веществе. Жиденькая. Коробочка такая классная, маленькая. О, красиво как запаковано. Да, слушайте, сюда не хватает оливки, маслины, греческий салат. А, тут что? А, и что добавить? Даже рецепт есть. А, классно было бы, если бы, наверное, в каждой такой коробке был разный рецепт салата. Тогда можно вот эти штучки, ну, не собирать, конечно, проще переписать. Типа добавить брынзу, оливки, а нет, оливковое масло и петрушку. Да, что-то тут это. А он никак не отрывается, что ли? А вот хвостик. Такую брынзу, кстати, первый раз я вижу. Особо не ходишь по магазинам. Честно говоря, я не люблю, когда у меня руки мокрые или липкие. Прям неприятно так. Всегда стараюсь скорее руки помыть. Брынзы, кстати, тоже бывают разные. Бывают вообще настолько прям мягкие. Ощущение, как будто ты ешь салат не с брынзой, а с майонезом. То есть она настолько, скажем так, отдается, что она превращается, то есть из комочков она превращается просто, или как вот со сметаной салат. Я люблю все-таки именно вот не комочки, а кубиками. Когда кубики они. А бывают вот жесткие. В магазин вот приходишь, не в магазин, а в кафешку какую-нибудь. Особенно вот, мне нравится, вспоминаются кафешки, где накладываешь тарелку на вес. То есть там за вес, за 100 грамм, там, допустим, 20 или там сколько, 50 рублей. Там. Я помню так, ну, взяла салата целую гору. Мне так хотелось салата. И потом сидела, ела, давилась, и уже все, уже не лезет. Я думаю, нельзя столько брать. Мне так хотелось, мне нравилась эта брынза, там набрала ее. Так, и добавлю я все это таким вот маслицем. Кубанское, любимое. Оно у нас
Где здесь написано? А, нерафинированное, вот. То, что вот оно нерафинированное, оно, короче, ярко-желтое. А рафинированное, оно уже бледненькое. Мне нравится яркое. Как будто, знаете, кажется, что оно гораздо натуральнее. И оно пахнет обалденно. Понюхайте. Вот жалко, нет таких камер, которые это, запах передают. Оно пахнет прям таким натуральным, настоящим. Мне очень нравится. Опа. Например, вот как-то оливковое масло купить довольно сложнее, чтобы вот был какой-то аромат, какой-то запах, какой-то вкус. Довольно сложно. Я много масел перепокупала. Вот, но это сложно очень. Еще посолить надо. Посолим. Посолим. Так, еще надо специи добавить. Здесь у меня мои чесночные. Вот, и было такое даже, я купила оливковое масло за 700 рублей, стоило где-то около баночек, около литра, что ли, полтора, где-то вот как-то так. Ну да, но в принципе, поначалу, сначала попробовала, вроде оно было таким вкусным, а потом, через несколько дней, я смотрю, уже какой-то вкус куда-то ушел, уже что-то... Как-то не так все было. И кориандры еще добавлю. Обожаю ее вообще. Добавлю себе побольше. Очень люблю. Покупала, кстати, его перемалывала. У меня пока в детском... Это баночка детского питания. Никак не могу купить. Перемалывала его. Покупала я в Отрадном. Там, короче, мешочек. Сейчас покажу. Вот такой мешочек. Не знаю, в Самаре у нас я... Не находила. Я не смотрела особо. 8 рублей стоит такой мешочек. Здесь 15 грамм. То есть, ну, довольно дешево на рынке. Одна ложка перемолотого кориандра стоит 15 рублей. Не 15, а 20. 20 рублей стоит одна чайная ложка чуть-чуть там сборкой перемолотого. А здесь целых 15 грамм. Тут получается, ну, довольно много, чем одна чайная ложка. Вот. Я вот таких вот себе сразу много накупила, перемолола. Думаю, в следующий раз в Отрадный поеду. В Отрадном у мужа родители живут. Надо будет еще взять побольше. Чтоб было. А то они цены могут поднять очень быстро. Я такой, кстати, момент замечала. То, что в интернет-магазине тоже так же. Заказываешь вот Ситилинк или Озон. Заказываешь что-нибудь? Особенно вот в этом Ситилинке, по-моему. Привозят сразу две вещи. Например, там два телефона, да? То есть покупаете, допустим, телефон за 10 тысяч. Вы покупаете свой телефон, который заказали один, то есть за 10 тысяч. А второй телефон на всякий пожарный привозят. Там его на склад кладут. То есть, ну, где-то там уже в Самаре, может, он едет из Москвы или откуда-то. Вот, второй телефон уже, то есть, цена меняется уже 10-200, например. Или, наоборот, дешевеет, бывает такое. И думаешь, блин, надо было подождать, пока кто-нибудь закажет, а потом я. В Озоне, допустим, дешевеет. Еще посолить немножко. А то будет мало. Ложечка у меня, смотрите, какая есть, маленькая. Как раз прям добавлять всякие специи. Вот. И сейчас я буду кушать. У меня как раз беленький хлебушек есть, который я пекла пару дней назад. Начала Диме чистить картошку для супчика. Смотрите, какая ужасно плохая картошка. Уж я ее там ковыряла-ковыряла. Пыталась убрать эти вот... Не знаю даже, что это такое, какие-то глазки, какие-то кусочки устала резать. Опять тут вся испорчена, вся какая-то, просто кошмар. В итоге вот взяла другую картошину, зря тратила время только на ту. Буду сейчас заново чистить. Рыбка красненькая наша варится. Я думаю, она уже, наверное, почти готовая. Сейчас я ее
буду вытаскивать скоро. Почищу картошечку, как раз ее вытащу. Заброшу туда картошку, морковку. И можно чуть-чуть вермишельки, наверное. У меня как раз есть мелкая вермишелька. Где-то, а нет, она там подальше немножко. Ну ладно, потом покажу. Мелкая вермишелька. И немножечко вермишелька, чтобы немножко было гуще. И также, если останется бульон, у меня еще есть вот такие сухарики. Я делаю из своего хлеба. Они такие хрустящие. Не просто слепленные, как магазинный хлеб. Они хрустящие. Он очень любит с сухариками супы. Вот такие у меня есть цветочки. Они, кстати, самое интересное, не разваливаются, не становятся от воды там гигантскими, большими, вот как бывает от определенных производителей. Это я вот покупала чисто на вес. Очень хорошие, мне очень они нравятся. Такие есть. И есть еще какие-то просто цветочками. Но это не как не цветочки, а как, наверное, шурупчиками, что ли, какими-то. Гайки, да. Типа гайка. Вермишелька. И ее добавлю. Посмотрим. Ложки столовой, наверное, 1, 2, 3. Сегодня вот придут забирать Димин бортики для кроватки. Такие вот, кстати, очень классные. Они их можно стирать. Здесь ничего не забивается, никуда не сползает. Оно прям... Набивка внутренняя, она прям хорошо стоит, то есть вообще прям супер белые, чистенькие. Я их постирала. Интересные такие вот лягушка, ежик, цыпленок, верблюд, рыбка, лев тут. Очень такие хорошие. Должны сегодня забрать, надеюсь, что придут. Жалко даже что-то немножко отдавать. Каждый раз, когда по объявлению звонят и говорят, что придут, заберут, мне сразу так становится жалко эту вещь. Думаешь, блин, как, почему я ее не ценила, пока она лежала все это время? А потом думаешь, если вот так вот оставлять, каждый раз не отдавать человеку, то просто накопится. Вся квартира просто будет битком. Надо избавляться, они уже нам не нужны. У нас были еще одни, может, я их продала.